Приветствую вас, Мика. Сначала давайте пройдемся по моментам, которые мне кажутся несколько неясными. Вот. Во-первых, у кого проблемы со здоровьем? Это первое. У вас или у него? Я, честно говоря, не этот момент. Этого момента вообще не понял, потому что вы как-то очень неконкретно это написали, вот, а у вас проблемы, или у мужа проблемы со здоровьем, что у вас интимная жизнь вот с такой периодичностью, собственно говоря, это первое. Второе. Насчет болезни. Второй момент насчет болезни. Я не думаю, что мы можем говорить о болезнях. Мы, именно мы, психологи, потому что мне кажется, что мы на то как бы и психологи, да, что мы не говорим о болезнях как таковых. Мы все-таки больше про, наверное, про проблемы просто людей говорим больше. Вот. Поэтому я думаю, что здесь нужно обязательно вот такой момент осветить, что насчет болезней вот немножечко не, не к нам чуть-чуть, да, вот, именно вот в контексте болезни, именно в контексте болезни, если говорить, вот, потому что, на мой, например, взгляд, это не болезнь, на мой взгляд, это такой может быть немножко аддикционно поведение, но как бы связано это может быть во многом с тем, как вот у вас организована жизнь, в том числе жизнь, как бы лично, да, то есть, ну, я имею в виду жизнь, ваша жизнь, то есть, жизнь интимная жизнь. Вот, это, пожалуй, вот то, на что, наверное, хочется обратить ваше внимание, в первую очередь. Во вторую очередь, о чем здесь идет речь? Ну, на мой взгляд, речь идет, конечно, о том, что муж ваш не удовлетворен. Ваш муж чего-то вашему мужу не хватает, вот, что-то его не устраивает, да, то есть, возможно, это связано с какими-то проблемами у него в жизни, а, возможно, это связано с тем, что вот было у вас. То есть тут, опять же, нужно смотреть, на мой взгляд, вот, тут нужно смотреть и исследовать, на мой взгляд, эту ситуацию, вот, в первую очередь, наверное, и дальше уже разбираться. То есть, для вас это неприемлемо, на мой взгляд, абсолютно нормально.
И то, что он муж, я имею в виду, чего ты хочешь, нормально делать. Здесь вообще есть баланс определенный между тем, что хотите вы, и тем, что хочет он. У всех свои предпочтения. Вот. А важно другое. А насколько человек свободен. А вот, ну вообще, насколько человек свободен, сам собой, да, условно говоря, и насколько человеку вообще, ну, удовлетворен. Вот. Потому что вполне может быть, что удовлетворенности там нет, да, и есть определенная тревожность, есть определенная проблематика какая-то, да, вот, и, соответственно, эта проблематика, она вот как раз толкает вашего мужа на то, чтобы действовать вот таким образом. То есть, опять же, я не думаю, что что-то там такое вот кардинально плохое, опять же, я не думаю, что это что-то такое вот кардинально негативное, опять же, я не думаю, что это что-то такое вот прямо, ну, прям ужасное. Я думаю, честно говоря, что, ну, больше это именно вот как такая, знаете, ну, компенсирующая история чего-то, каких-то проблем. Вот. Я бы на самом деле, наверное, обратил бы внимание в первую очередь на это. Да? Вот. Вы говорите о том, что для вас это неприемлемо. Прекрасно, для многих людей это неприемлемо. И, на мой взгляд, ваша уверенность в вашей позиции такой является ключевой, ну, является ключевым моментом, является ключевой особенностью, вот, на которую вам, в принципе, наверное, нужно обратить внимание в первую очередь. Немножко смущает, что вы ищете в этом болезнь, немножко смущает, что вы пытаетесь увидеть в этом какое-то заболевание, на мой взгляд, ну, как бы, заболевание, именно заболевание искать каких-то не нужно, вот, постараться гармонизировать отношения, ну, вполне себе можно и вполне себе это сделать реально, вот, другой вопрос, хочется ли вам этого, да, и другой вопрос, хотите ли вы этим вообще заниматься, вот, потому что если нет, если не хотите, то, ну, как бы, что в таком случае вообще можно сделать, как бы. Вот. Поэтому здесь ситуация, на мой взгляд, деликатная. Вот. А в первую очередь, о чем хочу сказать, это уровень доверия между вами, то есть когда люди вообще свободны говорить о том, что их беспокоит, когда люди свободны говорят о том, что их волнует, когда люди свободны говорят о том, чего им хочется, вот, и на мой взгляд, это один из таких вот прям очень важных моментов, на которые я бы обратил ваше внимание в первую очередь, опять же, в первую очередь, то, на что я обратил бы ваше внимание, потому что, на мой взгляд, это довольно важно. Вот, во вторую очередь, это то, как выражаются вами ваши эмоции, во вторую очередь, это то, как выражаются вами ваши переживания, вот, и, соответственно, как-то вот, работа, возможно, вот именно с этими аспектами, да, вот, обратить внимание именно на этот аспект. Может быть, именно потому, что вы склонны считать это болезнью, вот, у мужчины идет такая вот реакция. То есть, чем больше стыда, например,
чем больше подавления, например, чем больше подавления, тем больше трудностей. Вот, тем больше, ну вот, такая, да, позиция, связанная с неудовлетворенностью, ну, человека. Вот, поэтому, значит, мне кажется, что, вот, отвечая на ваш вопрос, да, вот, вы спрашиваете, почему так или что за причина. Это нужно скорее в целом рассматривать ваши отношения. Вот. Тогда можно уже о чем-то говорить, таком более конкретном. Вот. Сейчас, ну, мне кажется, это просто некоторые предположения, вот, которые далеко не всегда являются истинными, не всегда являются верными. Вот, тем более, что тема деликатная. Вот. Вполне вероятно, так вот довольно часто бывает, что изменение интимной жизни, предпочтение интимной жизни связаны с более, ну, более такими, знаете, глобальными моментами. Вот, ну, например, это может быть связано с изменениями в предпочтениях, вот, изменения в физических возможностях человека, вот, изменения в психологическом наполнении, как бы того, что люди делают, вот. Ну и самое главное то, что 17 лет брака, да, срок достаточно большой, как мне кажется, и крайне важно понимать, что, ну, что вы изменились, что мужчина изменился, и что, как бы, вполне вероятно, что вы за вот это время, ну, просто не уловили вот этих изменений, которые произошли. Ну, просто вот не уловили вы этих изменений, хотя они, эти изменения, безусловно, были. Вот. А что касается вот привлечения третьих лиц, то здесь, конечно, вопрос уверенности в себе. Этот мужчина вполне вероятно несколько не уверен в себе. Вот. А на мой взгляд, мужчина не уверен в себе. Вот, и, соответственно, это мотивирует его, ну, действовать вот так, как он действует, хорошо или плохо, на мой взгляд, не столь существенно. Сейчас, вот, важно, чтобы вы на это обратили свое внимание, важно, чтобы вы обратили на это, ну, на вот этот момент внимание, что какие-то вещи могли измениться, какие-то вещи могли поменяться, и ваш муж мог измениться тоже, ну, вот. А вы, там, допустим, нет, или вы изменились по-другому, и, соответственно, это, ну, может как-то уже быть фактором таким, знаете, больше
отягчающим в данном случае. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нужно разбираться. То есть, если вы действительно хотите решить проблему, да, то есть, если вы хотите разобраться с этим, то, ну, для начала вам бы самой обратиться к психологу, да, вот, поговорить, провести какой-то такой первичный ввод в картину ваших отношений. А дальше уже, может быть, ему же привлечь или свое поведение, или свое поведение изменить. То есть тут, ну, тут может быть просто по-разному. Вот. На мой взгляд, вот. Поэтому как бы такая какая-то история. Вот. Не хотелось бы сгущать краски, не хотелось бы драматизировать, вот. Поэтому максимально стараюсь корректно выражать свою позицию. Вот. Если вас это задевает или ранит, это момент совсем другой, на мой взгляд, это момент совсем другой уже. И мне кажется, что если вас это задевает и ранит, то имеет смысл работать с этим несколько отдельно. То есть, ну, несколько именно отдельно от того, что происходит между вами, чтобы это, ну, никак вот не влияло на то, например, как ваши отношения, в принципе, складываются с мужем. Вот, вот это то, что я мог бы вам сказать с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, с точки зрения своего опыта, который, ну, который у меня есть, да? Вот. И соответственно, это то, что мне кажется важным. Именно здесь, именно в данном контексте. Вот. А другой вопрос, что вы сами хотите делать, вот. Готовы ли вы вступить на дорожку психотерапии своих отношений, себя и так далее, гармонизации отношений и так далее. Вот. А готовы ли вы, там, если нужно, меняться, для, в том числе, своего, для своего мужа, естественно, если вам как-то вот хочется, если вам как-то это импонирует, да, и так далее, вот, и так далее, потому что, ну, за 17 лет слишком много может измениться, и мне, например, вот кажется, в первую очередь, мне кажется, что изменились предпочтения. Ну, просто изменились предпочтения. Изменились предпочтения ваши, изменились предпочтения вашего мужа. Вот. И это нормально. Ну, как мне это видится. Вот. Позиция, как бы, нормальна совершенно.
Другой вопрос, что с этим делать? Да, то есть как бы это вот на это не всегда есть ответ. Ну именно вот на этот момент не всегда есть ответ, потому что разные бывают ситуации, вот. Разные бывают моменты, разные бывают аспекты и истории, вот, и, соответственно, ну, как мне кажется, торопиться здесь с выводами не стоит. Вот, вы можете довольно легко свои отношения разрушить, вот, и хорошо от этого не будет никому. Такой ответ. Я надеюсь, что вам это было полезно. Вот, надеюсь, вам это было интересно. Надеюсь, что вы дадите обратную связь на мой ответ. Ну, вот, потому что это позволит вам начать работу над собой. Хочется пожелать вам гармонии, хочется пожелать вам удачи, хочется пожелать вам успехов, хочется пожелать вам всего-всего самого лучшего. Вот, и надежда на то, что ситуация нормализуется. Вот. Удачи вам. Будем на связи, обращайтесь, если возникнет такое желание.